Шеф-повар Максим Григорьев. Крем из халвы. На сегодняшний день почти каждый кулинар на своей кухне может самостоятельно воплотить практически любую задумку, которая ему нравится. И совсем не обязательно покупать магазинные кондитерские изделия. Мы можем их приготовить именно под свой вкус и вкус своих родных. Также можно приготовить самый любимый в семье крем, чтобы создать такой торт, который понравится именно вам. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Желтки куриные 2 штуки. Крахмал картофельный 2 столовые ложки. Масло сливочное 200 грамм. Молоко 300 миллилитров. Сахар 40 грамм. Халва 150 г. Шаг 1. Для работы нам понадобятся яйца, только желтки, сахар, халва, картофельный крахмал, сливочное масло, молоко. Шаг 2. 300 мл молока довести до кипения и охладить до температуры 70-80. Шаг 3. 2 желтка растереть с сахаром, 40 грамм, и картофельным крахмалом, 2 столовые ложки. Шаг 4. Добавить немного подготовленного молока, тщательно перемешав. Шаг 5. Таким образом вмешать все молоко. Шаг 6. Вернуть смесь в кастрюлю и готовить на самом низком огне, тщательно перемешивая, пока смесь не загустеет. На это уйдет приблизительно 3-4 минуты. Охладить. Шаг 7. Масло, 200 грамм, комнатной температуры взбить в пышную массу. Порциями добавлять заварную массу, постоянно взбивая, пока она не закончится. Шаг 8. В конце, порциями, добавлять раскрошенную халву, 150 грамм, постоянно взбивая. Вы можете не очень тщательно крошить добавляемую халву, и тогда в креме будут присутствовать, дополнительно, небольшие кусочки нерастворенной халвы. Получится очень интересно. Шаг 9. Крем готов к работе. Если вы хотите, чтобы крем перед нанесением на изделие стал немного погуще, положите его на 1 час в холодильник. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.